Вылезай, вылезай, вылезай. Я тебя тут уже жду полдня. Вам не показалось, на улице ночь, сейчас час ночи, но у нас только хардкор только начинается. Мы сейчас... Сука! Ну да, дальше что говорить, как я их качаю. Раз, два, три. Как тебя зовут? Андрей. А правый? Давай, все, я знаю. Готов, руки, руки, руки. Слышу ба-та-па-та. Блядь, не дай бог ты это обрежешь. Все, тихо. Диме, кстати, спать давно пора уже. Да руку видно твою. Блять, это что, вот все запороли, не? Я такой философ был. Да все подрежу. Пап-пап-пап-пап-пап-пап. К чему я это? Нет, это нормально. Нормально? Но это вырежем. Если брать бодибилдинг. Бодибилдинг. Блять, придумали ж нахуй. Тоже мне так наклониться, да, баловаться? Да, все, давай. Скажем, утонет какой-то спортсмен, к примеру, футболист, то все поймут, что он захлебнулся. А если утонет бодибилдер, то это скажут, что от химии и от других препаратов. Навыки, может, уже немножко не те, потому что вес возрос и так далее. Но любви к баскетболу у меня от этого не меньше. Поэтому играем. Блять, еще бы попасть бы было. Хоп-хоп-хоп. И короче, хоп. А ты снимаешь, я тут хоп. Пойдет? Ну что, попробуем. Можно пару дублей, не страшно. Давай. Ну что, попробуем. Ну что, попробуем. На! Да я сейчас приловчусь, сейчас вообще мазать не буду. Я вам базарю. Чистый. Так как первые старты, это где-то будет середина октября. Тара-тара-та.